По поручению Рустама Миниханова в республике введен особый санитарно-эпидемиологический режим. Он действует до 15 апреля. Спортивные и культурные события перенесены, матчи будут проводиться без зрителей. Кто вернулся из-за границы, нужно сообщить в Роспотребнадзор. В Татарстане разработали меры по снижению рисков, связанных с падением цен на нефть. Об этом сегодня в Доме правительства сказал глава Минэкономики. Также Митхат Шигиахметов рекомендовал татарстанцам не паниковать из-за событий на глобальном рынке, не скупать массово товары. Батареи холоднее, счета горячее. Сегодня в Казани региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ прошел прием населения. Очередь и десятки людей с требованиями и просьбой разобраться, откуда такие суммы в счетах за тепло. Йоз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа Васыр каналында дөнья күргән «Жылы излежоннар» фильмын кабат карарга тілейсезме? Күп санлы тамашачылар сұрау буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале TNV. Подписывайтесь.